У меня один из сосудов в сердце, их три, один из трех рожден, оказался меньше, чем нужно. И он не пропустил тромб жировой. Встретились тромб, узкий сосуд. А даже если один сосуд из трех забивается, то... Да, сердце начало биться лихорадочно очень быстро. И чтобы не произошел разрыв сердца, оно себя остановило. Сердце приняло решение, чтобы не лопнуть, надо оттормозиться.